Серега. Серега, мэн. Всем добрый вечер. На самом деле Сергей удивительный человек, Серег. С днем рождения. И в первую очередь я хочу пожелать, чтобы тебе всегда удавалось находить вот эту возможность перекрестка времен, чтобы соединять East Coast и West Coast по жизни, соединять молодежь и людей, которые более опытные в этом. И мы постараемся тебе в этом помочь, Саня, да? Сделаем горячо немножечко. Половина шестого, пробки на Садовой. Пятница вечер, в Москве кайфово. Звонки на телефон, ожидание слова. Ты в городе, мы ждем, у нас все готово. И вновь пишут друзья, те, кто понимает. Ищет истину, мысли в красках отражает. Пути наши сошлись, сквозь пыль и туманы. Познав веру, теперь пишем роман. Москва, столица, повсюду знакомые лица. Я погружен в атмосферу любви и покоя. Кремлевские стены, чудо вековое. Проникая в историю, непрожитых лет. Растет Россия, вместе с ней растет народ. И как же меня прет от этой ситуации. Нас прогибают, а мы не думаем сдаваться. НАТО, политика, фальшивых монет. Склонить страну, склонить наш менталитет. Геополитика, однополярный свет. Мир стереотипов, информационный бред. Ответ, конечно, нет, мы ищем рассвет. Поиск компромисса, вот правильный сюжет. Искусство выживать, а не сражаться. Искусство уважать в конфликтной ситуации. Без провокаций, иллюзий людей. Мы создаем мир из позитивных идей. Гармония с природой, ценность друзей. Истина любви, планете всей. Нет друзей, что рядом с тобой. Лучше на свете. Нет друзей, что рядом с тобой. Лучше на свете. Нет друзей, что рядом с тобой. Лучше на свете. Нет друзей, что рядом с тобой. Я хочу сказать, что вера и любовь — это то, на чем держится наш мир. Друзья, Серег, пока не у тебя есть. Мы привыкли его видеть. Мир, покой, покой. Каждому дому, каждому странику, что ищет свой путь. Серега, тебе. Спасибо! Покажет его нам всем. Мир. Мир. Серег, мир тебе. Спасибо, ребят. Вот я могу сказать пару слов. Мне так приятно, что вот все вы здесь. Чуть не упал. Сегодня здесь собрались люди света. И все мы знаем, что очень скоро все мы, так сказать, должны перевоплотиться и стать физическими ангелами. Вот. Если эта информация для кого-то неизвестна, я вам всем сообщаю. И сегодня здесь собралась энергия позитива. Я знаю, что позитив, любовь и свет. Любовь — это Бог, свет — это налочь, это знание. Так что давайте сегодня просто кайфовать друг от друга и понимать, что мы одно единое. Одно единое. Нету одиночек сегодня, как раз такое время, когда все должны сегодня понять это и перевернуть свои мозги, и завтрашний день мы начнем совершенно по-другому. То есть мы поймем, что мы не зря сюда пришли, и мы самые счастливые, потому что там очередь стоит тех, кто хотел бы побыть на нашем месте и как раз перейти вот туда, пятое. А вот, что я еще хочу добавить? Хочу добавить, подумаю внимательно, мне сегодня опять 25, вот, и я посвящаю вам вообще вот всех наших друзей, чтобы они
принесли вам сегодня счастье, улыбки, радость, любовь и свет. Спасибо. А что у нас там следующее по программе? Ну, хочется отметить, что в этот момент вместе с вами был и высказался наконец-то за половину вечера человек, которого мы, напоминаю, пытали, били ногами, но сохранили его внешность. Специально, чтобы через некоторое время ее увидеть в другом облике. Будем добивать. Сергей. Сюрприз всех ожидаю. Маркин. Спасибо, ребята. Спасибо. Я вас всех люблю, всех, кто здесь находится. А кто не пришел, они придут в следующий раз.